это моя Библия. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово. Мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, сегодня я хотела бы задать вам такой вопрос. Сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь? За сколько тебя можно купить? И насколько правомерен этот вопрос? Я сейчас предлагаю вместе с вами немножечко в этом вопросе побыть, поискать ответы, потому что на самом деле стоимость нашего тела, если рассмотреть химический его состав, разобрать на определенные элементы, которые есть в таблице Менделеева, их около 58 элементов в нашем теле, основных 9, но это все такие, знаете, как вода, как кислород, как углерод, оно что-то как-то мало чего стоит и мало чего весит. И если все это собрать и умножить на количество килограммов, которые ты и я имеем, то все это будет что-то стоить. И если посмотреть раньше, до периода, так скажем, перестроечного, то там был один расчет. Стоило наше тело рубль. Сейчас подороже, инфляция сделала свою работу. Оно стоит $160. Но если посмотреть, кто-то когда-то занимался протезированием зубов, сколько стоит ваш зуб? Как-то там другие цены почему-то звучат. И поэтому, если посмотреть по органам, то оказывается, мы весим, уже стоить будем $45 миллионов. Если органы живые, здоровые. А когда мы идем на работу и устраиваемся на работу, там покупают нас. Наше время, наши таланты, наш багаж, опыт, возраст. За сколько мы готовы себя отдавать на это поприще? Это все цена. И мы себя оцениваем, в том числе и нас оценивают. И в таком случае я хочу, чтобы вы сейчас могли честно ответить, а сколько я стою в моих собственных глазах? Насколько я на самом деле могу оценить и по каким параметрам? Я сейчас вам назвала несколько параметров. Но все ли тут присутствуют? Конечно, нет. Потому что есть такой параметр, который называется потенциал. И люди взвешивают, когда берут на работу, по раскрытому потенциалу. Они говорят, какое у тебя образование, что ты умеешь, что ты знаешь, резюме твое нам пришли, и смотрят на человека через вот эту картину, через этот угол зрения, сколько ты уже сделал. А каким образом взвешивает нас уже Бог? Там совсем другой взгляд. И я уже делилась своим разговором с одним генетиком, который задал мне вопрос, почему при смерти, когда мы взвешивали душу ребенка, она весила больше, чем душа взрослого человека, умирающего в этот же момент. Откуда, так скажем, вообще понятие, что есть душа, которую надо взвесить, и она что-то весит, и обнаружилось, что вес души ребенка тяжелее. Вес нераскрытого потенциала, нераскрытой судьбы, нераскрытой жизни, он там спрятан, внутри нас. И поэтому стоимость души, как мы ее можем оценить? Люди, которые начинают понимать, как важны руки, ноги, как важны все внутренние органы, как важны зубы, как важны глаза, они готовы платить деньги, чтобы каким-то образом поддержать свое здоровье, либо даже если нужна трансплантация, то готовы тоже платить колоссальные деньги за что-то, за какие-то ситуации исцеления своего тела. Но это всего лишь футляр. И что его сделало? В такую разницу вывела $160 и $45 миллионов. Почему такая вилка?
Почему такая разница? Какие-то разные точки зрения, разные взгляды. Я думаю, что вы уже не один раз слышали эти притчи. Татьяна очень часто, Балашова, говорит эту притчу про баранов. По крайней мере, на энкаунтере она часто ее говорит. И здесь как-то она ее давала как пример. Когда у одного отца было две дочери, одна была красавица, а другая, ну, так себе. Красавица быстро вышла замуж, а вот так себе как-то она сидела и не выходила замуж. И там, где дают определенное приданное, или, по крайней мере, залог, даже не залог, а платят за невесту. И приехал один жених и сказал: я готов заплатить 50 баранов вот за вторую дочь. На что отец сказал: да ну что ты, 20 хватит. На что он говорит: нет, я готов 50 отдать. Он говорит: да не стоит она 50. Оценка отца в данном случае. Но жених все-таки заплатил 50 баранов. И через несколько лет отец приехал в гости. И когда открыла дверь незнакомка, как ему показалось, женщина ослепительной красоты, он не узнал свою дочь. Почему? Потому что тот, кто его оценил, ее, он мог к ней так относиться, а относясь, раскрыл в ней потенциал. Раскрыл в ней ту глубокую красоту, которую он там в зародыше увидел и захотел ее распечатать. И потому тогда, когда мы внутри себя уже сделали какие-то ограничители по оценке какого-то человека, либо себя лично, и говорим: вот эта цена, красная цена вот такая. Но Господь говорит: а я хочу, чтобы ты посмотрел на себя другими глазами. А как я тебя увидел? И почему так много враг борется за тебя? Он видит в тебе и во мне что-то другое, и поэтому так активен в своей деятельности против того, чтобы душу человеческую ловить. И кто из вас знает, что сегодня есть люди, которые торгуют своим телом, торгуют своей душой, и даже не задумываясь о ее ценности. Еще одну притчу, которую тоже вы слышали, когда к мастеру пришел один молодой человек и сказал: почему меня все обижают, почему мне всегда так плохо? И он ему дал одну из задач: иди и продай вот этот перстень, но не продавай меньше, чем золотую монету. Он бегал, он ходил по рынку, пытался это найти, но в результате пришел, говорит: никто больше серебряной монеты не дает, или несколько серебряных, а золотую никто не берет. Он говорит: а теперь иди к мастеру, иди, и пусть он посмотрит, не мастер, а ювелир. И когда ювелир посмотрел, он говорит: если подождет твой хозяин, то я, ну, говорит, ювелиру не продавай, то я дам 68 монет золотых за этот перстень. Он возвращается в таком восторге, говорит: 68 золотых он готов дать. На что этот мастер, в данном случае мудрец, говорит: поэтому никогда не спрашивай на рыночной площади, сколько ты стоишь. Иди к мастеру и узнай подлинную ценность своей жизни, подлинную ценность своей судьбы. И когда ты узнаешь, сколько ты стоишь, ты не будешь торговаться со своим телом, со своей душой, потому что есть удивительные вещи, которые Бог нам сказал и показал. И вы знаете, когда мы читаем такие моменты, которые описаны в 18 главе книги Откровения, меня это всегда очень приводило в трепет, но в данном случае я хочу сейчас тоже прочитать, чтобы вы увидели концовочку всего того, в период, в который мы с вами живем, и что же нам здесь важно и нужно изменить. 18 глава Откровения – это суд над Вавилоном, над вавилонской блудницей. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весон, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий, и слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, железа, мрамора, корицы, фимиама, мира, ладана, вина, елея, муки, пшеницы, скота, овец, коней, колесниц и тел, и душ человеческих». Верхний список весь понятен, но тел и душ человеческих – это что-то странное. Если мы знаем, что раньше продавались в рабство люди, Иосиф был продан в рабство,
Его тоже оценили, как молодого, здорового, крепкого юношу с перспективой, что он еще может хорошо поработать, оценили в 20 серебряников. Опять даже ни одной золотой монеты, 20 серебряников. И Иисуса взвесили, оценили в 30 серебряников. И сегодня дьявол пытается и тебе, и мне какой-то ценник подвесить. И говорит, вот сколько ты стоишь. И как только ты его видишь, ты можешь чуть-чуть поторговаться, может быть, поднять хотя бы немножечко. Вообще кардинально у Бога взгляд на нас другой. И в это последнее время люди стали торговать телами и даже душами. Люди, которые продают свою душу дьяволу, продают свою душу кому-то, даже не подозревают, что эта сделка легальная. А когда она легальная, то что-то происходит в духовном мире. И тогда человек уже сам не свой, уже кто-то начинает им владеть, вкладывает мысли, вкладывает чувства. И по сути, даже когда мы говорим уже об Антихристе, который начнет запечатывать народ, это тоже из этой оперы. Забрать мысли, забрать чувства, контролировать все это душу человеческую забрать. И таким образом, когда мы с вами начинаем смотреть, в какой период мы живем, и это все в системе Вавилона уже запущено в действие, то Господь говорит, если ты не оценишь себя и не увидишь моими глазами, то ты легко можешь попасться на любую подделку. И так как мы сейчас с вами находимся в осеннем периоде праздников, правда, уже Йом-Кипур, как праздник, был у нас на ночной молитве. И мы сделали то, что мы могли сделать. Сегодня мы какие-то элементы тоже поднимем из этого праздника. Потому что Йом-Кипур – это день или праздник искупления. Что такое искупление? Выкупил нас кто-то. Кто-то заплатил за нас цену и выкупил и сказал, вот как я тебя оценил. Это моя цена, это мой взгляд на тебя, на твою ценность личности, на твою ценность потенциала, на твою ценность возможностей. Как бы ты сейчас себя не видел и не ограничивал, какими бы дьявол уже тебя не обложил лживыми идеями, я хочу тебе показать стоимость, которую ты имеешь в моих глазах. И апостол Павел по этому поводу говорит, «Вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божьи». И вот интересно, друзья, когда мы с вами говорим «я, если Божий», то, в общем-то, я вроде как эту мысль уже принял, но по образу жизни это как-то меняется? Образ жизни показывает, что ты и я Божий. Либо у нас есть торговля с Богом, либо у нас выступают какие-то мысли, которые мы постоянно можем, так скажем, адресовать в адрес кого-то и думать, ну, никто не видит, как я о нем думаю, что я чувствую сейчас, какие я мысли посылаю. И как только мы идем на поводу подобного рода образа жизни через образ мышления, мы начинаем впадать в очень опасные вещи. Опасные вещи, так называемые грехи уст. Вот сейчас, вернее, за время этой школы мы к этому возвращались и говорили о грехах уст. Оказывается, они отдельным блоком выделены в израильской теологии, в израильском, так скажем, учении. Потому что грехи уст – это очень сильная составляющая. Потому что то, чему мы с вами привыкли не уделять особенно время, речи нашей, хотя я верю, что в нашем уже обществе, в нашей церкви мы говорим об этом часто, и все-таки верю, что речь, она начинает меняться. Но тогда, когда мы начинаем понимать, что речь, даже вот смотрите, в русском языке, речь и река, одно и то же, можно сказать, один и тот же корень. Устья и уста, из наших уст что-то выходит. И вы знаете, что даже евреи называют уста святое святых. Я, наверное, не совсем соглашусь, позволю себе это сделать. Святое святых все-таки сердце. Но от избытка сердца говорят уста. Значит, все-таки, когда у нас в сердце что-то происходит, уста начинают это выдавать. И поэтому вот этот канал Бог так тщательно прорабатывает, так тщательно просматривает, что ты говоришь, что рождается в твоем сердце, какие мотивы, какие мысли, какие чувства. И Он говорит, вы искуплены не в телах только, а в душах ваших. Мы часто обращаемся к кресту и говорим о том, что «Господи, в ранах Твоих для меня исцеление». Он говорит, «Да, это так, но еще я пришел, чтобы душу Твою искупить, чтобы ее исцелить и восстановить». Какова предыстория праздника?
Я думаю, что вы многие читали исторические особенности, но я просто еще напомню некоторые фрагменты. Тогда, когда Моисей поднялся опять на гору, где Бог вторично дал ему скрижали, но теперь ему надо было самому там их высечь, чтобы Бог написал. И, соответственно, когда Моисей получает от Бога послание: «Я прощаю народ». «Я прощаю, что они сделали вот это поклонение опять истуканам». «Я прощаю то, что они отступили от меня так быстро, когда я только недавно совершил такие потрясающие чудеса». Это именно в этом роду, в этих людях они проходили через море, они видели, как пустыня дает воду, и скала дает воду. Они уже это видели, манна падает каждый день. Я не знаю, друзья, вы задумывались или нет, сколько надо было на один день пропитания на израильский народ, пока не в пустыне. Сколько цистерн воды, сколько хлеба, сколько одежды. Вот задумывались когда-нибудь, а есть расчеты, вы как-нибудь их увидите. Они интересные. Мы сделаем видеоролик небольшой на этот счет. И поэтому я хочу сказать, что Бог прямо цистерны выливал на них воды. Он носил с ними каждый день какие-то такие особенности. Люди привыкли к этому. И вот теперь Моисея нет 40 дней, и они развратились. Сделали себе свои, так скажем, своего Бога. 33 века назад, по крайней мере, такой расчет из того источника, где я смотрела, когда это происходило, когда Бог там дал на Синае опять свои законы народу и сказал: «Я вас прощаю. Я делаю этот день днем искупления». И причем, посмотрите, как прозвучало это в 16 главе Левита: «И да будет сие для вас вечным постановлением – очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году». И сделал он так, как повелел Господь Моисею. А вот в 23 главе Левита уже звучит как раз об этом празднике. «И сказал Господь Моисею, говоря: также в 9-й день 7-го месяца сего день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего». Тогда, когда происходило очищение, там был перечень ритуалов, которые надо было осуществить, и один из них – это приводили двух козлов. На одного надо было положить все, вернее, одного надо было отдать Господу, принести в жертвоприношение и окропить уже и ковчег, и окропить людей, кто служит, а второй надо было на него положить все грехи общества и отпустить его в пустыню. И второй козел, на него привязывалась определенная веревка. И бралась она от храма, привязывалась к его рогу частично, а частично возвращалась на храм. И когда этого козла в конечном итоге скидывали, то в этот момент, когда жертва принималась, и когда понимали, что жертва принята, то красная веревка, которая была на храме, становилась белой. И для всех это было знамение, что Бог принял эту жертву и простил грехи народа. Но что интересно, что до сих пор информация о том, что даже завеса в храме, которая отделяла святое святых от святого, она тоже, мерцающая завеса называлась, она тоже меняла свой цвет, когда происходило вот это освобождение от грехов. Но в 30-е годы 1 века, после Рождества Христова, после того, как распяли Христа, больше ни разу эта веревка не стала белой. Больше ни разу эта завеса, которая, кстати, разорвалась в храме, но, наверное, ее как-то сделали опять, потому что 40 лет еще существовал храм до 70-го года. И 40 лет Бог из года в год народу, который видел, какие чудеса были с этой веревкой, показывал: больше храмовая жертва не работает. Потому что это было прообразом того, что Христос говорит: «Я искупаю вас сам. Я кладу эту цену, я полностью забираю все ваши грехи на себя, чтобы вы были свободны от них». И не только на уровне каких-то марионеточных действий врага, а на уровне измененного мышления, потому что душа – это разум, это чувство, это воля. И когда мы думаем: «Мой дух спасен», он говорит: «Да, дух спасен, но и душа искуплена». Душа выкуплена, и теперь вы не свои. И потому он предлагает нам наблюдать за тем, о чем мы мыслим, что мы говорим
в адрес друг друга, какие мотивы поднимаются внутри нас, как много сомнений, которые поднимаются. И на этой ночной молитве я прочитывала из 38 главы Иова. Сейчас я хочу прочитать из нее же, но уже в современном переводе, вернее, в смысловом переводе. Очень, на мой взгляд, интересные вещи, которые тут вскрывают нас с вами, природу нашу. Господь отвечал Иову, прокричав, чтобы быть услышанным сквозь бурю бунта и протеста, поднявшуюся в его душе, и сказал ему. Так вот, смотрите, друзья, Иов тогда еще до искупления, хотя, если бы мы говорим, что там, на Синае, Господь произвел вот это прощение, то каким образом он это сделал? Ведь он же справедливый Бог. Он не может просто так вот взять и убрать грехи. Он уже это делал через призму того, что Христос будет на Голгофе. Потому что грехи, которые легли на Иисуса, они не только современные. Они прошлые, они настоящие и они будущие. И потому в данном случае мы видим, что Бог прокричал Иову сквозь бурю его протеста, поднявшуюся в его душе. Может быть, кто-то в своей жизни когда-то понимает, о чем идет речь, когда у тебя столько непониманий, столько вопросов Богу. Господи, почему вот это? Почему и зачем это? И когда ты кричишь, то очень трудно услышать Бога, когда душа кричит. Но Бог в данном случае перекричал Иова. Кем ты себя считаешь? Унижающий Бога и считающий Его несправедливым. Бога Творца и Создателя жизни, руководящего всем ходом событий во Вселенной. Ты не имеющий разумения Духа и говорящий слова пустые, душевные, не имеющие сущности Духа. Как часто из наших уст выходят подобного рода слова? Пустые, душевные, не имеющие сущности Духа. Господь говорит, когда ты выкуплен, то я хочу, чтобы твоя душа была наполнена сущностью моего Духа. Когда ты говоришь слово, чтобы оно тщетно мне возвращалось, как мое слово, но для этого я обрабатываю твое сердце, для этого я работаю над твоими мыслями, и потому говорю в книге Захарии такие слова. Вот дела, которые вы должны делать, 8 глава. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит сердце своим зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Посмотрите, насколько Бог тщательно прописывает и отношения, и слова, и мотивы, и мысли, и чувства. Все, что в тебе поднимается, я все взвешиваю, и ты на моих весах. И поэтому, когда я тебе говорю, я тебя выкупил, то ты можешь легко справляться с неправильными мыслями, если ты скажешь, Господь, у меня опять неправильные мысли, я не хочу с ними ничего общего иметь, разберись сейчас в моей голове. Я же твой, я тебе принадлежу. И мои мысли подчиняю тебе. Мои чувства и все, что сейчас вышло из меня неправильного, я тебе это отдаю, чтобы Бог нам не сказал так, как сказал Иову. И дальше. Я согласен, давай разберемся, укрепись, и я открою тебе то, что тебе непонятно. Но тебе надо будет оставить. Посмотрите, Господь готов отвечать на наши вопросы, на наши смятения, на наши, может быть, даже возмущения в какой-то степени. Но говорит, тебе придется что-то оставить, привычный для тебя, посредственный образ мышления. И на все посмотреть глазами Духа. Вот как только мы на ситуацию начинаем смотреть глазами Духа, мы тогда ценности вдруг начинаем видеть иначе. Да, у меня сейчас есть возможность Богу послужить. Чем? Послужить какими-то ресурсами, своими возможностями. Послужить сейчас человеку, который оказался рядом. Почему? Потому что Бог его оценивает не так, как оцениваю я. Да, друзья, мы остаемся на пограничной черте, до которой мы дошли. И вот кого-то мы уже хорошо вмещаем, кому-то мы уже легко даем возможность почувствовать и любовь, и заботу, кого-то еще сложно, но это не значит, что нам надо останавливаться и сказать, а вот этого я принять не могу, а вот здесь опасность или еще что-то. Давайте дадим право Богу посмотреть или сделать наше зрение способным посмотреть глазами Духа на ситуации, в которых мы оказываемся. Допустим, если у тебя сейчас есть какой-то конфликт с кем-то, если есть какое-то, может быть, положение в здоровье пошатнувшееся, либо финансовая сфера, что бы это ни было, ты можешь сказать, Господи, дай мне увидеть эту картину глазами Духа. Вот до тех пор, пока ты ее видел так, как ты видел, то она не решалась.
И у тебя оставались вопросы. Но если ты скажешь: «Господи, дай мне увидеть глазами Твоими и глазами Духа эту ситуацию», то ты многие вещи переоценишь по-другому. И скажешь: «А, это, оказывается, тренажер в моей жизни. И ты через этот тренажер меня куда-то выводишь. А это, оказывается, чтобы я в тебе понуждался сейчас больше, чем по привычному образу мышления шел дальше». И вот что с нами делает Господь. Он доводит нас до какой-то границы, а мы говорим: «Открой дверь дальше, открой дверь». Он говорит: «Подожди, как ты туда пойдешь? Там дождь идет, тебе надо что-то еще сделать, тебе надо что-то взять, потому что там тебе будет не выжить в этой ситуации». Господь предлагает нам сначала эпикировку, а потом выход на какие-то новые ресурсы. И тогда говорит Бог Иову: «Где ты был, когда я словом могущества своего воплощал дух в плоть?» Друзья мои, вот почему цена наша так высока становится даже у органов, когда там есть дух жизни. Это Божий Дух так оценивается, миллиарды долларов, миллионы долларов. Потому что там что-то живое есть, и это живое, полноценное. И люди начинают вот эти вещи уже на них по-другому смотреть. И Господь говорит: «Как, а где ты был, Иов, когда я дух жизни в плоть одевал?» И Он нам задает сегодня этот же вопрос. «Какие я определил границы господства души, знаешь ли, и все правила и законы ее действия?» На самом деле, люди, которые начинают торговать собой и торговать своей душой, не знают, какие ее границы, какие ее возможности, потому что все это гораздо больше масштабнее. Дьявол знает, потому он предлагает человеку это сделать, этот обмен. А люди, многие, не подозревают. «Что является основанием ее безопасности нашей души?» задает Бог вопрос. «И покоя. Кто заложил фундамент ее ценности?» Конечно же, Бог, и Он знает, почему Он нас так дорого выкупил. Ценой Своего Сына, Его жизнью, Его талантами, Его молодостью, Его святостью, Его чистотой, Его безгрешностью во всех сферах жизни. Он говорит: вот какая цена только может быть удовлетворяющей. Вот как я тебя высоко оценил. Самое лучшее, что у меня было, я за тебя заплатил. Вот, друзья, как мы можем узнать, сколько я стою по цене, по которой меня купил Бог. Вот это подлинный ценник. И когда я говорю: «Ну разве я похож на Иисуса?» А Он Иисуса за тебя и меня отдал. Вот как раз Иисуса отдал, чтобы ты и я стали на Него похожи. Чтобы мы стали иметь вот эту высокую планку. Он говорит: «Я эти границы расширять могу. Я эти границы безопасности вкладываю. И все мои сыны...» Посмотрите, какое интересное выражение. «Все мои сыны, пребывающие со мной, мое продолжение». Все мои сыны, пребывающие со мной, мое продолжение. Поэтому мы сегодня Его голос, поэтому мы сегодня Его руки, поэтому мы сегодня Его ноги. И мы не только об этом поем, мы этим являемся. И Господь говорит: «Я так хочу, чтобы ты перестал на себя смотреть вот этой призмой человеческих ограничений, что ты чего-то стоишь тогда, когда ты, может быть, какой-то трюк можешь сделать больше, чем другие, олимпийским чемпионом стал или каким-то виртуозом где-то. Ты для меня стоишь, и уже сейчас потенциал ты еще не весь раскрыл. Это да, я хочу его раскрывать и доставать в тебе, и через это ты же будешь получать удовлетворение от того, что ты человек с высоким духом, высокого Бога и с талантами, которыми я тебя наделил. А раз ты такой человек, посмотри на себя такими глазами, не ограничивающим образом мышления, привычным тебе, а сказать: «Господи, я тебе позволяю раскинуть шатры моего разума, чтобы я себя увидел не глазами плоти, не глазами культуры, а глазами Духа». И как только ты себя видишь глазами Духа, тогда ты видишь проблему и спешишь туда, чтобы ее решить. А дьявол тебе подкидывает такую мысль: «А кто ты такой? Почему ты думаешь?» Уйди, дьявол, я знаю, кто я такой. Цена мне говорит, кто я такой. Цена небес говорит мне, что я уже гражданин неба на земле, и поэтому я буду творить Божью волю и буду продолжением моего Бога на земле. Продолжением Его воли, продолжением Его мудрости, продолжением Его власти, продолжением Его духа созидания. Вот кем Ты меня, Господи, сотворил, и я таковым хочу быть.
подобие созерцая все это, радовались, видя, как мое слово обретает плоть. То есть те, которые были похожи на Бога, они видят эту красоту дальше. Практиковал ли ты когда-нибудь? Это тоже интересный вопрос. Вы знаете, тут, наверное, на каждый вопрос можно говорить целую проповедь. Но я сейчас просто хочу высвободить вам, чтобы была понятна Божья возможность, которую Он нам предлагает. Когда Он задавал Иову этот вопрос, практиковал ли ты, то он имел в виду, что это возможно делать. Практиковал ли ты когда-нибудь способности духа твоего, которые я дал тебе, и высвобождал ли ты слово мое на тьму, повелевая ей убраться из твоей жизни, постановляя свету воссиять и утвердиться? Кто переживал в своей жизни тьму? Я думаю, что все. Но то, что предлагает Господь, говорит, а ты начинай практиковать, что ты мое продолжение, и поэтому ты будешь повелевать тьме убраться, а свету прийти. Но ты делай это из позиции власти, которая у тебя есть на небесах, ты там уже посажен, ты искуплен не для того, чтобы остаться здесь, ты искуплен, чтобы оттуда менять ситуацию здесь. Вот кем я тебя создал и дал на все века такой праздник, день искупления. День искупления для всего человечества. Сегодня это возможность узнать, что день искупления лично, по моему поводу, уже произошел. Произошел на Голгофе. И многие продолжают сегодня праздновать, и в еврействе этот праздник искупления, не принимая жертву Христа. Но у нас сегодня есть возможность знать, что эта жертва уже была принесена. Не какой-то козел, не какой-то овен, а Иисус Христос все эти образы явил нам теперь уже в физическом плане в истории, что Он взял на Себя все наши грехи. Чтобы и дальше Он говорит, повелевая ей убраться из твоей жизни, постановляя свету воссиять и утвердиться, чтобы мой свет наполнил всю твою душу и дал тебе свободу от всякой тьмы, утвердившись в тебе духом истины. Друзья, тьма начинается с души. И тогда, когда ты позволяешь ей овладеть твоими эмоциями, когда ты тьме позволяешь овладеть твоими мыслями, то тогда она начинает забирать все, что у тебя есть, и вокруг всем становится очень понятно, что ты сейчас во тьме. Слова начинают такие происходить, атмосфера становится тяжелая и нагнетенная, тогда ты начинаешь всех упрекать или можешь видеть виноватыми одного или другого. Тьма вырывается наружу, тьма пытается контролировать ситуацию. Но Господь говорит, начни в тьму побеждать в своей душе, повелей уйти оттуда любому сомнению, любому переживанию, повелевай уйти, чтобы мой свет воссиял, а когда мой свет воссияет, тогда он пойдет дальше и будет овладевать уже теперь новыми территориями. Чтобы вся твоя душа изменилась в мой образ и подобие, наполнившись моим совершенным знанием, откровением и радостью. Друзья, мне так нравится вот этот Божий букет. Начинается знание сначала от Бога, откровение и радость. Когда ты знание получаешь, дверь открывается. Дверь открылась, ты выходишь и видишь новые просторы и радуешься. Вот они, Божьи пути, знания, истины. Приходит в наш дух, и мы имеем тогда власть. Она у нас и была, но мы начинаем ее применять. Мы начинаем применять и говорить, тьма, убирайся вон, убирайся вон. И как на школе было предложено начать тренироваться. Тебе не хочется петь, а начни петь. Начни петь и начни даже, может быть, просто мычать. Но на тьму. Чтобы она убралась. Начни воспроизводить какой-то звук из себя, потому что ты живой, и в тебе дух жизни. И не дай сейчас быть под плитой обстоятельств и мнений, которые тебе навязывают какие-то уже продолжительные, может быть, годы, месяцы, дни, или, может быть, даже еще не дни, но уже они пытаются завладеть твоей территорией. Говорит, а у тебя ничего не получится. Куда это ты рванулся? Давай назад. Если ты почувствуешь поводок на своей ноге, обруби его. Мечом Божьего Слова. И скажи, все, я больше не буду на этом поводке находиться. Я тот, который носитель Божьего Света, и потому я сейчас дышу, а тьма убегает. Я говорю слово, и тьма назад не вернется. Потому что Бог предназначил мне силу. И Он предлагает нам вот эти принципы, на эти вопросы найти ответы, чтобы совершенным знанием, откровением и радостью наполнились наши сердца, и чтобы время всякого нечестия, несоответствия истине закончилось для тебя навсегда.
чтобы исчезла всякая территория тьмы в твоей душе. Всякая. Небольшая только, а всякая, даже маленькая. Если там что-то есть, ты обнаружишь, придя сюда со светильником, ты это обнаружишь. Но я обращаю ваше внимание, друзья, на то, что если твоя внутренность просвещена, слова твои будут говорить об этом. Уста твои будут говорить об этом. Ты не сможешь говорить негативные слова. Ни в каком варианте. Ты просто не сможешь. У тебя уста не могут открыться. Даже тогда, когда ты пытаешься что-то повторить. Потому что нет игры в этих ситуациях. Все серьезно. Мы живем через наши уста, утверждая или, наоборот, лишая себя перспектив. Потому что Соломон сказал, или Бог через Соломона, жизнь и смерть. Где? Во власти языка. Оказывается, у языка серьезная власть. И вот почему те грехи уст, которые у евреев названы 15 пунктов из 40 грехов, практически 1/3 связаны с устами. И поэтому у нас сегодня с вами есть удивительная возможность. Сейчас я еще несколько текстов прочту и придем на исповедание. «Знаешь ли ты пределы души? Скажи, если знаешь все это. Каким путем умножается истина? И как дух ее наполняет душу? Кто дал силу слова для ее исполнения и страх Господень для вразумления, чтобы животворить безжизненную территорию души, где еще не было слова Божьего, высвобожденного человеком?» Еще раз слушайте, чтобы животворить безжизненную территорию души. Если ты увидел какую-то территорию твоей души безжизненной, начни туда провозглашать Божье Слово, на эту часть жизни. Нам хочется поскорее уйти, может быть, от того, что трудно. А Бог говорит, нет, наоборот, остановись здесь. Начни говорить Слово, которое я буду тебе открывать. Мою истину, и тьма уйдет с этого места, где еще не было Слова Божьего, высвобожденного человеком, чтобы все слова благодати, подобно дождю, покрыли пустыню и степь души, преобразили ее в сад Эдемский и произвели свое действие, принеся плод. Вот к чему нас Господь приглашает сейчас, чтобы мы, искуплены Его высокой ценой, которой мы можем сейчас сказать, Господи, я до конца эту цену еще пока не понимаю, но я хочу ее начать практиковать, Твою истину, в каждом дне своей жизни. Я хочу, чтобы все грехи уст, которые у меня были, они были сняты с меня сегодня, когда я буду принимать причастие. Потому что у нас сегодня будет эта возможность конкретно покаяться за конкретные вещи. Потому что Господь предлагает нам не остановиться там, где мы находимся. И последний текст. «Можешь ли господствовать словом, и будет ли оно, выйдя из твоих уст, исполнять твое повеление?» Вот это то, что нам надо будет проверить в течение недели, усиливать или умножать силу слова, говоря, Господи, я хочу наблюдать за своим сердцем, я хочу наблюдать за своим святое святых, где рождаются мотивы, где рождаются слова, потому что я хочу быть в том духе, при котором происходят твои удивительные перемены, прежде всего в моей душе. Если в душе твоей не придут перемены, все остальные постоянно тебе будут казаться не такими. Во всех остальных ты будешь видеть только, как и все смотрят, уже готовые произведения, а не замечать то, что еще в потенциале скрыто, чтобы помочь раскрыть эти таланты другим людям. Раскрыться и авансовое лидерство или авансовое доверие, оно в данном случае потребуется, когда мы будем доверять, как доверяет нам Господь. А Он нам очень сильно и много доверил. Я не знаю, как Господь додумался, чтобы сделать нас участниками, творящими историю. Но Он додумался до этого. И взял и сказал, а я возьму и употреблю. Тогда, когда все говорят, а это невозможно, да нет, разве может Господь вот это или это использовать? Кто что говорит, друзья? Но нас это сейчас не волнует, потому что Господь о нас сказал другое. Он говорит, а я возьму и совершу, возьму слабое и сделаю сильное, возьму немощное и превращу в великое, я сделаю незначимое и приведу в значимость, потому что это мои планы, а мои намерения остановлены быть не могут». Если ты и я соглашаемся разобраться с тьмой души, то Господь говорит, воссияет мой свет так. Так он воссияет, что сад Едемский расцветет в каждой душе. А если в тебе и во мне расцветает этот сад, то нации и народы начинают процветать. Процветать. И экономика переходит в изобилие. Тогда, когда сначала процветает душа, а когда душа во тьме,
процветание нереально. И Господь предлагает нам сейчас, друзья, подняться и сделать перед Ним определенные шаги. Сейчас мы в этой молитве отдадим Богу все те мысли, которые в нас могли производить, может быть, тени, тьму. Передадим Ему все то, что нас могло волновать. Но я хочу, чтобы те люди, которые еще не приняли Христа, могли выйти сейчас сюда. Прежде чем мы будем принимать причастие, чтобы вы могли уже встать в число спасенных людей. Чтобы то, что Бог производит в вас или захочет произвести вас дальше, чтобы вы могли сделать этот шаг и сказать: «Господь, я хочу стать сыном, я хочу стать дочерью царя царей, я хочу прийти в Твои объятия, я хочу стать человеком, который будет называть Тебя своим отцом, а Ты назовешь меня своим детем». Друзья, это самая высокая статусность человека на земле – оказаться. Можно сюда остановиться, молодой человек. Оказаться в числе тех людей, о ком Бог скажет: «Я его называю своим сыном, я его называю своей дочерью, я его называю своим детем». И это царственная природа, которую я хочу возродить и достать из внутренности этого человека, куда я запечатал еще до его рождения. Поэтому, друзья, если есть такие в зале, поторопитесь. Поторопитесь. Время, оно коротко. Не то, что в нас здесь сейчас оно коротко. Оно коротко в вечности. Вернее, до вечности. Вечность уже там не будет времени вообще. Но пока мы туда движемся, еще есть время. И эти часы, они заканчиваются. Минуты, они заканчиваются. Даже секунды уже отсчитываются на вечных часах. Друзья, это так важно понимать, что Господь говорит: времени уже не будет. Времени уже не будет, но оно еще есть. И слава Богу, что вы сделали этот шаг, и я хочу, чтобы вы сейчас могли вместе со мной позвать Иисуса на территорию вашего сердца. Потому что за вас, когда вы сюда шли, вы не мылись и не ели друг за друга. Вы сделали это сами. Вы одевались сами, вы ели сами, вы помылись сами, вы доехали сами. Потому что есть что-то, что должен человек сделать сам. И вот Господь говорит: никто за вас в вечность родиться не может. Этот выбор делает сам человек. Но выбор, который надо обозначить в духовном мире. Сказать: «Господь, Ты нужен мне. Войди на территорию моей жизни». И чтобы Он это сделал, я хочу, чтобы вы сейчас за мной повторили эти важнейшие слова. Я в данном случае, знаете, как акушер, чтобы помочь вам это сделать, родиться в вечность. Но рождается сам человек. Его душа бесценная. Его душа очень высоко оцененная небом. И Господь действительно предлагает сегодня нам не оставаться в стороне от Божьей работы. И я, друзья, предлагаю, чтобы вы сейчас могли также вместе произносить эти слова, помогая людям здесь, но и о своих близких, о родных, о знакомых. И если кто-то еще, может, сомневается, стоит в зале, то я хочу сказать: друзья, это сомнение может очень дорого стоить. Поэтому нельзя давать право сомнению удерживать от вечного шага. Потому что вот этот шаг уже там, когда человек уже узнает подлинную правду, там его сделать будет поздно. Мы делаем его здесь. Поэтому, чтобы вас ничто не смущало, закройте глаза и повторите за мной вот эти слова. Небесный Отец, я прихожу к Тебе такой, как есть. И я прошу Тебя, прости мои грехи. Очисти меня от всякой неправды, от грехов уст, от грехов мотивов, мыслей и действий. Я верю, что жертва Иисуса Христа совершенная. Ее достаточно, чтобы я был спасен. Дай мне рождение свыше. Запиши мое имя в книгу жизни. И дай мне благость Твою для покаяния. Я принимаю Твое прощение. Прощение грехов, беззаконий, согрешений. Я благодарю Тебя, что с этого момента проклятие останавливается. Оно дальше не может идти за мной. С этого момента моя жизнь переходит в новый статус. Я иду в объятия Отца. Я хочу узнать Тебя, как Твое дитя. Научи меня уставам Твоим. Научи меня молиться. Научи меня слышать Твой голос. И я благодарю Тебя, что Ты прямо сейчас разрушаешь
планы дьявола на мою жизнь, и я от них отказываюсь. И я принимаю планы неба не только на этой земле, но и в вечности. Когда моя душа отделится от тела, то я буду в твоих одеждах, в одеждах праведности Иисуса Христа. И я их сейчас принимаю. Благодарю тебя, Господь. Пусть дар веры укоренится в моем сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь.